Всем привет на моем 250-м стриме, и мы в новом году, в новом 2016 году продолжаем стрим-марафон по игре I Wanna Kill the Camellia 2. И, по-моему, я забыл, что игра громковата, да? Или нормально? Просто я вчера же играл, меня попросили прибавить, а на камилке, по-моему, я меньше ставил громкость. Да, как-то так вот, по-моему, было. А, да, вот уже пятый стрим Камилки, и четвертый босс Гизер, которого за 5 часов я даже не видел всех атак, даже всех стадий не видел. И конечно же я, как обычно, забыл запустить автохоткей. Ну, это не страшно. Если не забыл запустить автохоткей, то сразу значит, что-то не так со стримом. Привет, Эльзорга, привет, Гоги. Ну что ж. Так, вроде с захватом все починил. Ох, поехали. Дай, Гизер. А, блин, я забыл, меня же просили, почему только сейчас вспомнил? Меня же просили это писать, типа, что стрим на русском языке в заголовке. Ну, вообще-то есть Twitch фильтр, как бы, на Твиче же есть прям разделение, у меня стоит, что у меня русский язык. Ну, лол.
Ну, как бы пофигу, ладно. Так, первую фазу прошел с первой попытки. И вторую. Но вот третья, это, конечно, уже посложнее будет. Первые попытки обычно хорошие бывают, а потом начинаются вафли. Так, летучие мыши. Даже четвертую фазу прошел, ну что ж. На ВДНС. Ну, в принципе, для первой попытки неплохо, я считаю. Нет, я забыл YouTube посмотреть, Гоги. Как-то я другими делами занимался. Понимаешь, ты Новый год. Привет, Александр. Третья фаза вот этого вейденса была максимально. Ну я говорю, вот при первой попытке я сразу дошел до этого вейденса, а сейчас начнется, ну по-любому. Всякое разное. Смерти на грибочках. На молоточках. Не, ну я надеюсь нет, но... Ну, да. Надеюсь, нет, но да. Ну, не специально, не специально. Наверное, потому что я начинаю, типа, побыстрее как-то сделать, стараюсь, да? А первый раз я прям, ну, вообще не торопился, как-то там старался. Типа, вот я на молоточках там тоже долго очень бегал туда-сюда. Так. Дурацкая фаза. Такая.
долгое довольно порой, потому что пока это все это словишь, надо постоянно думать, ну, чтобы на тебя не свалилось тут счастье печенечное. На бабочках, по идее, вообще можно не умирать, ну лол, они же как по идее простые вообще очень сильно. Ну, по идее все. Оп. Ну, блин, я вроде так долго прыгал, а что-то все равно. Привет, Владислав. Лаги? Что? ФПС проседает? Чё за... Привет, Сланкер. Ну да, такой жесткий там AVDance. Ой, чё я делаю? Так, а чё у меня FPS-то может проседать? Не, ну в смысле, я знаю, чё он может проседать, потому что рост, блин, загружен под 100. Ну а что мне закрыть? Особо нечего закрывать. У меня и так уже кодирование стоит, этот... суперфаст. Ну не ультрафаст же ставит, ну серьезно. Конечно, можно типа камеру выключить, но я не хочу. Скайп, да ладно, скайп нагружает систему, ты шутишь что ли? Ну как бы не особо что-то изменилось, тебе честно скажу. Потому что 31-33%, даже 34 жрет эксплит. 30% жрет камилка сама. И еще процесс, который, я так понимаю, запись на диск. Вот, до 20 с чем-то процентов. Ну потому что, я знаю почему. Потому что эксплит дурацкий. Дурацкий эксплит. Он отвечает, эксплит, он хоть и может быть в чем-то удобен именно по настройке сцены, но по кодированию он абсолютно дурацкий. OBS намного лучше по кодированию. Он намного легче, потому что он... ну, так, если не углубляться в технические подробности, да, а так по-простецки, то он лучше оптимизирован. Да у меня оперативки как бы хватает. Мне не хватает ресурсов центрального процессора. Ну, чё-то, блин, это не пошло. Короче, надо, походу, настраивать OBS и не ломать мозг никому. Ну, я не знаю, какой у тебя процессор или Zorgon, но у меня как бы
как Core i5, не самый донский, но правда не самый новый, но там у новых у них мощность такая же, у них просто там тепловыделение меньше и энергопотребление меньше. А по мощности i5 там между разными поколениями практически одинаковые, ну кроме может самого первого поколения, а у меня не первого поколения, у меня Sandy Bridge. Вот, и в итоге, то есть, ну, в принципе, нормальный процессор, который даже подходит для современных там всех их игр, типа там, ну, какие там новые выходят, там, GTA 5, там, Just Cause 3, что там еще, да? Для таких всяких игр оно подходит. То есть, ну, там, только была бы видюха еще, да, там, хорошая. Ну, вот. А, ну, как бы, ну, без стрима. А со стримом, ну, стрим, как бы, это сразу... Считай, нет половины, даже не половина, нету 60% процессора. Просто 60% сразу выкидывай. Отнимай. То есть, казалось бы, какая-то Айвана, платформер, блин, который жрет ресурсов, ну, не так уж много. Хотя это не самая легкая Айвана, это, как видим, она целое ядро нагружает 30%. Ну вот, но все-таки, да? Как бы. Core i5 и Айвана. Ну такое, да. Но, блин, но стрим, как бы. Стрим выжирает. Все, просто ресурсы. Очень жестко. Требовательнее, ну. Владислав, вопрос не такой простой, как тебе кажется, потому что, ну, во-первых, ну, если мы идем речь про гейммейкер, ну, там, нет, я думаю, там все-таки алгоритмы получатся, просто эти алгоритмы, они скрыты, как бы, да, от этого, от разработчика, потому что, ну, это же, как бы, закрытый движок, да, но я думаю, что все-таки нет. Блин. Потому что когда я писал свою игру, ну не на геймейкере, а типа свой движок, ну давно так, типа просто для кругозора, да. И я вначале писал, ну, проверку столкновений, ну, всех объектов со всеми. Поверь, у меня там было очень мало объектов и очень простой мир. И у меня уже был прот загружен на 100%. Так что, как бы, я думаю, все-таки. Ну, причем, естественно, там никакого стрима не было, ничего, да? Просто сама игра. Есть!
Блин, 26. Привет, П2. Вот рекорд. Я так понимаю, в этой версии гизера, когда закончится таймер, то босс пройден. Ну просто в Камиле первой, там еще была третья стадия у него. Жалко, что он сейчас не умрет. На какой секунде он поднимал лаву? Хотя вроде я случайно просто выжил от лавы, это как бы совпадение. На самом деле она убила бы меня так. Блин, на какой секунде там было-то? То есть сколько оставалось? Ну блин, почему? Ну опять, что такое тормозит? Опять 35 или 28? Большая разница, между прочим. Блин, ну что такое? FPS просаживается. Ну что, я же стримил до этого, было нормально. А что изменилось? Ну типа у меня браузер открыт. Ну, мне кажется, это не должно так влиять. Ну закрыл. А, то есть, в принципе, можно даже на секунду не смотреть, когда появляется голова Кида, да, то, в принципе, уже пора, ну, пора сейчас прыгать будет, да? Привет, скоро 5, с Новым годом. Блин, казалось бы, осталось 26 секунд и все. Ну, скорее всего, все, я так думаю. Было, ну, это все-таки не настолько должен быть сложный босс, чтобы там еще 10 фаз. Ну потому что как бы в Камиле первой там хоть и была доп фаза, но там же не было таких сложных авейденсов там и так далее. Упал! Ну соскользнул. Ну чё же такой краб? Отлично.
Меньше? В смысле, так а чё, я только браузер закрыл, ну... Ну, короче, я понял, Камилку надо стримить через ОБС. Кстати, скоро лицензия заканчивается на XSplit, годовая. Я, естественно, покупать не буду, и тогда, наверное, уже полностью на ОБС перейду. Не будет вам больше стримов два потока, когда там один стрим поменьше, типа битрейт, другой побольше. Ну, Камилку-то один, фиг я в один поток стримлю, так как не тянет. Так что... Закончилась халява, сейчас убьет меня, нет? Не буду как все через ОБС стримить. В XSplit есть некоторые минусы в плане именно захвата настройки сцены, к сожалению, которые, ну, именно, то есть я именно их буду ощущать. Я раньше не верил, что в XSplit захват чуть поудобнее делается по некоторым параметрам, но, к сожалению, это правда. Ну лол, а чё они ожили так рано? То есть именно обычно ты, ну как бы, как делаю, типа настроил сцену там до стрима, да, и типа все норм, да, ну или даже там на стриме настроил, как обычно, да, бывает, ну и дальше стримишь и норм, но у меня-то, вы же знаете, у меня же там рубрика, типа я постоянно перезахват делаю, и как бы вот с этим небольшие, скажем, могут быть. Хотя там же, в принципе, есть захват рабочего стола. Ну, короче, я разберусь, что, не разберусь, что ли? Чем-нибудь придумаем. В любом случае, будем стримить. Либо через 100, либо через 100. Все будет норм. Привет, Алкамен. Да ну, такой тоненький этот подъем, вообще такой тоненький подъем. Я вот Алкамен уже выжил в Эйденс один раз полностью, и потом там еще выживали те, короче, там стоп-таймер 50 секунд. Ну, понимаешь, Резорга, ну, для рубрики, скорее всего, мне так и придется сделать. Но для нормального стриминга, ну, типа там, какую-то конкретную игру, так лучше не делать, потому что... у тебя, ну, тогда, ну, если ты что-то поверх этой области ставишь свое, там, не знаю, разворачиваешь браузер, скайп и так далее, это все видно на стриме, это нехорошо смотрится, понимаешь, как это смотрится, как, ну, как не очень, так скажем.
как кривой захват, как кривой стрим. Ну, как-то это не круто. Но единственное, что как бы когда рубрика, то да, ну как бы это, ну просто, можно сказать, единственный способ, да, то есть логично, да. Ну, типа я меняю постоянно игры там. Ну, вообще, как бы, ну, это не круто. То есть лучше, чтобы поверх ничего не могло накладываться. Блин. Привет, Индивис. Что тут у нас? У нас тут была шестая стадия гейзера. Один раз. Ну, сцену сменить, с одной стороны, да, но, ну, как бы, но там же нету вебки, нет чатика. Хотя можно сделать, чтобы была, но все равно это дополнительное действие, понимаешь, сменить сцену. Ну, как вариант, да, как вариант, да, но все-таки это немножко другое. Хотя, конечно, как бы лучше так, чем чтобы перекрывало. Ну да, кстати, я видел, ты именно так и делаешь, что у тебя там пустая сцена с картинкой просто одиночной. Блин, что-то не пошло. Ну что, сегодня убьем гейзера-то? Не настолько легкая лава, странно. А что, изначально был смысл в тех шипах, что ли? А, атака курсором, ну, да. Ну, тут даже не атака, а какая-то фигня, потому что она же не убивает. А, ну убивает только если ты, типа, ну, ничего не будешь делать, и тебя наверх, да, упадет, унесет. А, ты про шипы в потолке, я думал про боковые. Я даже не заметил, что в потолке шипы есть. Ну что такое, мне не дают даже. Ну ладно, и не надо. Да, первой камилке была атака с курсором. Как мне не нравится умирать на этой атаке? Как мне не нравится на ней умирать? Ну честно, вот вообще жесть. Ну как бы, не как на любой другой. На других атаках умираешь, типа, ну, ок. А на это умираешь и что-то, ну блин. Как-то не круто. Да, что не так сделал, сразу пи. Владиславу, а ты круглосуточно сидишь, да, на этом, на СК2-че? И мониторишь сразу все каналы. Ох, что-то как-то не круто сейчас пошло.
не, просто, ну... Вот я же, не, по-моему, даже не говорил, что будет с утра камилка, но ты как-то пришел. А, или ты уведомляшку где-то, у тебя уведомляшка где-то есть. И, а, или, ну ты же ВКонтакте не сидишь, я знаю, так что там ты анонсы мы не видишь. Кстати, да, я же создал группу в Стиме. Пока не знаю, но попробую, наверное, через нее тоже уведомления делать. Посмотрим, как пойдет. Но просто там... В чем прикол? Если ВКонтакте как бы надо в ленте, типа там обнаружить, да, не очень удобно, блин, то в Стиме-то прям уведомляшка будет такая всплывать, ну что типа стрим начал. Вот, как бы, и возможно это удобнее, и тем более как бы это не социальная сеть, Steam у всех есть практически, там, ну, я думаю, у всех, кто там смотрит стримы, там, у всех есть Steam, как бы. Я, короче, картофелю дал наводку на игру Айвона Be The Justice Guy. Новая игра от Инфлюки в стиле Камилии второй. Ой, это Time Machine второй. Но он это, типа, заинтересовался. Будем посмотреть. Мне просто почему-то хочется именно в его исполнении посмотреть, так как он проходил Time Machine 2 и первую Time Machine. Ну, он вчера стримил, ну... свою вот эту вот, ну вы знаете, герой или что там, ну я не разбираюсь, ну короче, то, что мне не интересно. В смысле уведомления на телефоне какие? Ой, что я сделал? Внезапно сыграл нормально. Ну не пи, ну нет. Ой, по-моему, слишком быстро поднимаюсь. Ну, слишком быстро поднимался, ну буквально чуть-чуть. Четвертого Бэсгая. Бэсгая 4 штуки есть, офигеть. В смысле, какие о начале стрима? И ты про что, я не понимаю. Из ВКонтакте, типа, тебе приходят или что? Ты же не сказал, ты сказал уведомляшки. Что уведомляшки? Знаешь, насколько уведомляшек может быть на телефоне? От чего угодно. А, в Стиме, Владислав? А я, у меня Стим закрыт, так что у меня никаких сейчас этих нет. Я все позакрывал, блин, чтобы не тормозило. Ну, я видел чуть-чуть кусочек, это, Парагус стримил ночью. Я кусочек какого-то босса видел. И, кстати, я вам скажу, хардкор довольно. Но это контру напоминает. Это какая-то контра, а не Айваны, серьезно. Ну, как бы, такое, да. Ну там, блин, там надо стрелять во врагов, понимаете? Там надо пострелять во врагов. Еще и можно вверх стрелять. Ну причем во врагов таких, солдат там. Ну, вот, блин, прям реально контра.
Ну а как? Что-то я не пирает. Надо было, наверное, слева пойти. А, приложение Good Game и Twitch'а, ну... Я понял. Но у меня не всегда стрим может быть на Good Game или Twitch. Но хотя на другие тебя не заинтересуют. Понятно, я понял. Ну, просто у меня бывает там еще каким-нибудь Real TV, там, Ustream. Ну, редко, да, очень, но бывает. Ну да, по диагонали там нельзя вроде, ну. Ну что-то как закидали, ну нифига себе. Какое же? В смысле одна попытка на все? Ты про что? На что все? Какой цикл? А, ну в смысле, что в контре там, когда умираешь, типа у тебя там количество жизни есть, потом конты. А тут как о Вайване, типа, ну просто сейва, да, бесконечно. Ну, это да. А, отбирают, да. А, тут не так, да? Блин, ну... Ну, я хотел поймать, но мне лень было ждать. Никогда не понимал, а я и не пытался понять, ну отнимают и отнимают, но как бы нормально. Я только сейчас осознал, что после грибочка второй прыжок дают всегда. Нафиг я чуть не умер сейчас. Блин, не поймал.
второй раз. Ну блин, мне не хватило просто капельки, чтобы при первом же стриме по гизеру... О, я забыл про это затраливание. Дойти, ну, пройти этот ТВ-дэнс. Нет. Привет, Йобург. Да, какая разница, кто есть? Слушай, это вообще не имеет никакого значения. Всегда на любую идею можно сказать, что а это уже есть. Ну, а ты можешь сделать лучше. Другое дело, что если ты реально хочешь сделать лучше, а не хочешь сделать очередное ЭГЭ, как бы, да? Но, как бы, это вообще абсолютно не аргумент, что кто-то это там уже делал, да? А ты сделаешь, просто будет круче. Вот и все. Ну, просто перекидывание экранов, да, как бы, ну, скучно, скорее всего. Резорго, лучше изучай гейммейкер с точки зрения, ну, логики. То есть, чтобы там боссов, типа, перейти или логику уровней, а не тупое расставление предметов. Ну лол. Уровни с лианами и водой? Ну, можешь сразу удалять, короче. А лучше лианы в воде. Или, ну там, типа, выпрыгиваешь из воды и в лианы. А потом надо там опять через воду и потом опять лианы. И чтобы еще экран трясся при этом. И обязательно музыка рестартилась. Ну что-то, ну как.
Блин, ну чё за лаги, ну пипец. Ну, как бы, шипастую игру можно сделать интересной, ну, по крайней мере, в рамках жанра шипастых игр, да? Но сделаешь ли ты красивую, там, ну, как бы, типа, не раздражающую, знаешь? В чем, как бы, ну, мне кажется, ну, правильная концепция правильной игры в том, что тебе не нужно открывать какой-нибудь... этот, как его, J-Tool там, да, чтобы пройти ее. Ну, этого не должно происходить. Если тебе нужно открывать J-Tool, значит игра хреново сбалансирована. Привет, Зайчук. Ну, я бы вообще бы не делал бы ни одного прыжка, для которого нужны однокадровые нажатия. Ну, как бы... Можно и с ними, просто там, типа, сложность будет до 90, там. Но, говорю, ну, как бы, даже если такие прыжки, все равно они должны делаться без какого-либо J-Tool. Все должно в игре проходиться... самой игрой. Значит, прыжок должен быть рядом с сейвом, например. Да, ну как она не остановилась-то? Или, может быть, вообще сделать сохранение в любом месте? Нажатием кнопки. Ну, допустим, только там не в прыжке, например. В любом месте, но не в прыжке. Но при этом очень сложные прыжки там, допустим. Ну, всякое можно сделать. Прикольно. Нет, это заявление какое-то очень странное. Как он может убить баланс? Ну ты сделаешь, чтобы у тебя были просто сами прыжки сбалансированы по экранам. Чтобы у тебя как бы один. Ну, не было такого, что у тебя идет вначале сложный прыжок, потом легкий, да? Ну и все. Если будет идти просто легкий, потом. Там средний, потом сложный, да, то, ну, как бы, будет тебе без разницы сохранение в каждом, в любом месте или нет, у тебя баланс сохранится. То есть, это от тебя баланс зависит, а не от того, там, сейф в любом месте или нет. Думай шире просто. Ну вот, видишь, то есть, можно же много классного придумать, даже для шипастой игры. А не просто, да, совать шипы, как обычно, там, пару сейвов на экране, и потом говорить, что это хорошая игра. Ну, как бы...
Потому что уже все как бы поднадоедают же просто одни и те же комбинации прыжков, там просто в другом порядке, там, или с другим количеством сейвов, или с другим цветом шипов, там, ну, да, как бы, или с другой музыкой. За чушь, что не вонная игра. Ты посмотри, вон Just Ice Guy, да, вышла. Если даже это айвона, то что ты говоришь, это вообще фигня. Как бы любая. Ты можешь любую игру назвать айвона практически. Вообще любую. Это ты себе ограничения ставишь, а не сообщество тебе ограничения ставит. То есть это ты сам себе в рамки себя загоняешь. По Бандикуту, в смысле, 105% сделал? Ну не платину же. Привет, хиппи. Не, ну ты же не платиновый сделал, хиппи, челлендж. 105%. Ну все равно поздравляю, со 105% тоже нормально, да. Молодец. Ну, хорошо, Эльзорга, но должен быть какой-то интерес при этом. Должен быть какой-то интерес. То есть, смотри, ты говоришь, там, полет сквозь землю, да, и бессмертие. Хорошо, а в чем тогда интересность этой игры? Аргументируй. Если ты придумаешь, в чем будет интересность, и как бы, то тогда, да, почему нет? Просто ты как бы себя очень сильно в рамки загнал, что надо обязательно, чтобы был стандартный кит, шипы, несколько сейвов и прыгать между сейвами, между шипами и доходить до следующего сейва. Все, для тебя это просто рамка, за которую нельзя выйти, да не дай бог, это же не Айвана будет, да ты что, это же будет вообще какая-то ерунда. Кто это вообще сказал такое? Это сказали школьники японские, которые ничего просто не могут больше сделать. Ты творчество это для тебя, ты делаешь, что хочешь, это твоя игра. Ты делаешь так, чтобы было классно и интересно, и всем пофигу абсолютно. Изменишь ты механику, ведешь ты какие-то новые элементы, которые для тебя никто вообще не додумался сделать, там. Вообще, как бы, пофигу абсолютно. Ну почему она вверх полетела? Как ее понять? Хрен знает, как ее понять, она вверх полетит или нет. А, то есть ты дропнул челлендж по платине, да? Лол. Привет, Максим.
божественная часть музыки на выживание. Так музыки, да, а как горизонтальных метроидов то выживать, если они, блин, в самый последний момент рулят, и я не успеваю, ну, узнать, он вверх или вниз пойдет. Или типа, их на центре экрана надо ловить, ну я понял. Их надо на центре экрана перепрыгивать, а не в конце. Я, по-моему, так и делал в первой камелке. Лол. Ну чё такое дно? Лол, я первую камелию прошел, я об этом не знал. Вы представляете, я первый камелий этого босса убил, я об этом не знал. Я думал, оно рандомно, короче. Не, то, что которые вертикальные на меня, это да, это естественно понятно, это, ну, прям очевидно. А эти, они как бы так, ну... пошагово, поэтому это было не так очевидно. Привет, HD Bright. Ну, сейв был, да, но тем не менее. Да ну, я ж, ну, как-то пытался там, но оно вниз не пошло что-то. 26, ну, оставалось максимум. Какую ошибку, Гоги? Какую ошибку? А какое там не очень может быть до половины времени? Вот это я сейчас выжил. Как-то нагло. Ну а что-то он полетел раньше времени, ну воу.
да, это, кстати, это же не Метроид, это из игры Метроид, но существует как-то по-другому называется, потому что Метроид это такие лампочки на ножках. Медуза. Ну, чё-то я не успел отойти, ну, блин, может и успел бы, но чё-то мне показалось, что не успеваю. Она всегда направо отлетает? Да? Где бы ни находилась? Какой Вейденс? Да, Вейденс-то, в принципе, затренен. Ну как, ну относительно. Ну я же, в принципе, прохожу его почти стабильно. Просто я до него дохожу редко. Сейчас смерть это почти не фармятся, очень долго это. Привет, Абельенков, за 100 дней, с 25 декабря начинаем. Thank you.
Ну, в том и смысл, что за 100 дней начинают 25 декабря. Я просто не помню, сколько дней сейчас осталось уже. А, ну да, ну мне лень посчитать дату. В этом плане, да, надо посчитать. Ну там, по-моему, до апреля где-то, что ли. Ой, по-моему, не пошло. Хотя... Хотя пошло. Что-то как-то глупо. Что-то как-то сейчас очень глупо было. Привет, картофель. Чё, когда будет Just Ice Guy? Да я, Гоги, проверял твою теорию, там, типа, влево-вправо, влево-вправо, я просто... Ну, я не понимал, мне интересно было. Не, ну как бы до этого же я на этом не умирал, как бы, да, а сейчас я решил твою проверить теорию, там. Типа, не стоять в центре, то, что они направляются от моего этого... Ну, в смысле, меняет направление. Да я не могу рассчитать. Как я рассчитаю траекторию, если я не понимаю, как ее рассчитывать? В смысле? Я просто не понимаю, о чем ты говоришь. Я вначале нормально микрил, просто так, как я микрил в Камиле первой. Сейчас ты начал мне говорить, что нужно что-то рассчитывать, при этом не объясняя как. В итоге я стревать начал просто, потому что из-за недообъяснения твоего. Либо уж объясни нормально, либо как бы... Я просто буду как до этого микрить. С первого раза, ну нормально. Ну я с первого раза дошел до 26 секунд.
А как в левой части экрана микритис, и там стена? Ну, то есть мне придется постоянно разворачиваться. И разворачиваться они будут меня. Да, я думал, у меня прыжок еще есть. И как бы в итоге, как бы я буду умирать так же, как и вот до этого умер. Я же тоже микрил в левой части экрана и домикрился. В смысле, какое расстояние? Ах ты ж! О, ну не, блин, не затралено. Азазазаз. Привет, Серк 35. Да, это из I Wanna Kill the Guy, но это I Wanna Kill the Camille 2. Это игра, сборник уровней и боссов из других игр. Ну плюс там немного своих есть. И намного сложнее, чем Kill the Guy. Ну вообще, The New Geezer, это такой стример западный, ну, Айван там, да, в основном. Ну не в основном, а даже только. И он автор игры, а его на Kill the Guy. И у него аватарка, вот этот телевизор, ну только там такой улыбающийся. Ну вот, и этот же босс тоже гизер называется. Ну вообще это слово, жаргонное слово именно в Великобритании. Ну то есть именно в британском английском именно, насколько я смотрел. Означает, если честно, уже не запомнил, там такое мутное объяснение. Ну, короче, если хотите, можете погуглить. Ну, это типа кого-то так называют, какого-то человека, типа вот он гейзер вроде. Старик. Ну да, может. Но только старик в каком смысле? В прямом? Ну то есть старый человек, по-моему, нет. Ну индивис, ну это жесть. А, более грубый, типа старый пердун, ну понятно. Ну вот, да. А, британский эквивалент слова dude?
Ну, дьюд это ж типа чувак. Как-то не сочетается со старым пердуном. Не знаю, почему новый. А, ну вот. А он не американец. Он не американец. Он, по-моему, как раз-таки в Великобритании живет. Ну что такое? Ну, мне кажется, тут именно имеется в виду про старого, потому что, видите, он типа олдскульные игры нам подсовывает постоянно, да? Супер Марио, Зельду, Метроид. Вот, мне кажется, что вот что-то вот с этим вот. Привет, Фейсген. Дошел до шестой стадии. Я так понимаю, последней стадии. Близко было сейчас. Привет, Фрайтак. До шестой стадии доходил, где выживание на время. Да ну. То есть я тут Авейденс прошел несколько раз уже. Новый старпер, короче, ну да. Но это именно стример, а босс просто гизер. Ни о чем не говорит, да нет, она видела Вейденс вроде. Да как я об него умер, ну как? А, игра. Наверное, должна быть вертикальная скорость больше, чем горизонтальная, что ли, чтобы убить. Или там по... Непонятно, короче. Ну, я просто думаю, с точки зрения движка, как это реализовано. Ну, типа, понятно, что срабатывает защита от того, чтобы я когда просто сбоку подходил, чтобы он не умирал, как в первой Камиле.
То есть нужно, чтобы именно прыгнуть было. Ну вот, но, блин, она дает сбой. Не уверен, что вверх или вниз она именно проверяет. Мне кажется, там проверяется именно сбоку я или сверху от по отношению к этому объекту. И, видимо, как-то получается, что я сейчас сбоку был. А, как я заделал этот огонь? Вроде же не должен был. А вот сейчас видели, как я выжил? Очень стрёмно. Если бы я сейчас умер, я бы не удивился. Я выжил какого-то фига. А сейчас вот умер, хотя был сверху, ну... Не, вот сейчас, по-моему, я вверх летел и убил его. Ну, блин, ну что ж такое? Не профукай. Ну да, да. Изя Ивану? Чё за Изя Ивану? Октофобия? А, чё-то слышал, чё-то слышал. Даже, по-моему, видел. Боязнь восьмерки. Вы понимаете, боязнь восьмерки. Боитесь цифр? Может, кого-то приводит в ужас девятка? Или даже единичка? Боюсь, минус 48. А, или это тире. А почему именно это?
выжил. А обычно так не выживаешь. Я не знаю зачем. Ну блин, не поймал. Надо же. Наверное, просто холодно. Так, не затралься давай в этот раз. Ах ты ж! Рекорд. Ну ни при чем, просто потому что это Камиля. Я ко второй лаве не был готов. Во сколько она там секунд? Когда, то есть сколько там ее остается? Привет, ARDX. Ну блин. Надо, наверное, считать вслух, потому что мне некогда особо смотреть на эти цифры. Там, как бы, по идее, если бы у меня была возможность смотреть внизу, то на лаву можно тупо среагировать. Просто среагировать на реакцию. И даже не очень сложно, но просто я смотрю на много кучи всего другого. Проблема в этом. Ну, я убежал, потому что я видел, что там меня сейчас затралят опять. Я убежал от этой летучей мыши. Ну как? Ну блин, ну почему она там полетела? Вроде же я все отлично сделал. Странно, блин. Да. Есть такое. Mm.
почему он меня должен был убить, если я его убил? Ой. А, не, когда он пролетает, он не убивает. Когда они переворачиваются, они вообще не убивают. Ну, выжил. Я уже все готов был. Во что я там умер? Я не обратил внимания, во что я там умер. Гоги, напиши еще раз, а сколько первая лава и вторая? Вторая, я понял, там 21 секунда, а первая я уже забыл. Я, конечно, помню, что там, типа, когда голова появляется и скоро она появится, но все-таки надо, наверное, цифры запомнить желательно. Что-то 32, что ли? А, 27 и 21. Ну, фейскен, лол. Ну опять потому что какие-то были нечеткие яблочки в начале, ну, в смысле, ну, вот, ну, понимаете, наверху. Я не успел приготовиться к этой атаке, просто отойти. Привет, Снап.
что-то как-то сейчас опасно было. Потому что старый телек снап. Шесть, 45, так надо. Надо следить за этим. Так, 40. Мы нашли друг друга. Я очень туплю. Ну почему я так туплю на этой фазе? Ну лоу. Ну какие-то же глупые смерти. Ну как-то надо нормально это проходить. Ну серьезно, я чувствую, что я очень глупо умираю каждый раз. Ну только от лавы, наверное, один не глупо умер, когда вот тогда, потому что я, ну, не знал о ней как. В смысле? Ну так если бы я не навёл, она бы меня бы что-то не очень. Что-то не очень. Дурацкие 50 секунд, блин, до победы. И как я должен был это размекрить? Я бежал в одну сторону, а не как там вы говорили, типа, не надо бегать туда-сюда. Ну как бы я себе не бегал туда... в смысле, я сейчас не бегал туда-сюда, и он меня убил. Какие-то ваши советы странные порой бывают.
40 минут. Да я уже 40 раз дошел до этой фазы. Ну не 40, но много. У меня уже оставалось 21 секунда. И я еще, ну, то есть, до туда доходил. Это не. Чего она не остановилась? Ну лол. Ой, они такие иногда непредсказуемые, я офигеваю просто. Всегда останавливается, в этот раз не остановилась. Много раз проходил. Последние разы вообще несколько раз подряд, по-моему, не умирал. Привет, Ксенрир. Привет, Гантриггер. На рандом? Нет, на рандом не надо. Мне надо босса научиться проходить. А то что, я потом скажу, что я Камилию 2 нарандомил, что ли? Как-то не очень. Блин, ну как оно задело? Ну никогда там не задевало. Ну, в смысле, я не знаю, ну почему он такой... Не, ну какой-то странный. Ну то есть мне кажется, там
не 100%, что можно выжить всегда. Либо, может быть, от моих движений как-то зависит, я не знаю. Но я доходил до, говорю, 21, 21 секунду оставалось, это уже после башки кида, там, уже на второй лаве, короче, вторая лава меня убила. Говорит, что больше прошел, но мы это знаем, ну. То есть да, как бы я не против сложного вейденса, но там не должно быть каких-то непонятных элементов, которые просто тебя рандомно что ли убивают или что, короче, ну это мне не нравится, вот это мне не нравится. То есть если бы он просто был сложный, но как бы вполне, ну, то есть можно было всегда выживать, да, а тут слишком все быстро, чтобы можно было на нелепом рандоме выжить. Ой, никогда не играйте в третью Камилию. Это еще-то фигня, как бы, да. Ну, блин, а в третьей, прикиньте, там тоже какой-то случайный рандом, только там все боссы сложнее, блин, на порядок. То и на два порядка. Ну, не совсем слепую, но... Как бы у меня, понимаешь, выбора нету. Даже если я вижу, что там яблочко летит, и что я сделаю? Остановлюсь в воздухе или что? Ну почему он так долго реагирует? Ну я же прыгнул заранее, а он долго реагировал. Нет, мне говорят, что реагируют снап. Мне говорят, что они именно реагируют на меня. И вроде бы, ну, так и есть. Ну... Блин... Как-то это стрёмно сейчас было. Да ну... Ну, то есть, типа, если я стою уже около стенки, и на меня летит этот метроид, ну, вот этот фигня вот эта, то
Не прыгать ни в коем случае, да? Ну, а ты сейчас не видел только что, как... Ну, до последней, ну, видимо, стадии дохожу до шестой. Не, мне кажется, Гоги, твой совет все-таки плохой, что не надо, типа, стоять в центре там. Ну, или там, иногда заходить в центр. По-моему, там надо по всей карте бегать. По крайней мере, до появления головы. Ну, честно, я не вижу преимуществ твоего совета. Вообще не вижу. Я могу этих горизонтальных метроидов в центре карты прекрасно размикрить и потом не беспокоиться. Там, у стены, потому что у стены зажимают, как бы, и что ты потом сделаешь? Какое расстояние? Ты опять говоришь про какое-то расстояние? Я не понимаю, про какое-то вообще расстояние говоришь. Расстояние рассчитывает. Какое? До чего? Да, все пропустил. Ну, и что, они, допустим, появляются слева, да? Ну, появляется вот он левее, чем телек, да? И что? Ну, я рассчитал, что он до меня долетит, и что дальше? Ну, ты же не говоришь, не бежать в центр. Ну, хорошо, как мне выжить, если я не буду бежать в центр? Я не понимаю твоей логики. Короче, непонятно, это смотреть надо. Не моноблок. Ну, а какая разница? Монитор же, телевизор. Он же старик, значит, телек там, ну, по крайней мере, кинескопный там точно. Привет, Свима. Кто устал? Кстати, я не знаю, если сегодня делаем рубрику, ну, обычную, по новым айванам, то надо будет закончить тогда стримы тут скоро, чтобы я хоть там поел, отдохнул чуть-чуть. Я как бы хотел вообще-то гейзера на этом стриме убить.
я не устал. Как я устал, если я только стрим начал. Недавно. Почти получается, ну такое, знаешь, такое. Мне говорят, что у меня ни хрена не получается. Типа там еще дофигища всего выживать, и я ничего не знаю, я умру там по-любому. И все такое. Почему? Я же по музыке слышу, что я прыгаю в один и тот же момент, когда она говорит «у-у-у», и я прыгаю в этот момент на последнюю платформу. В чем разница? Почему я сейчас умер, другой раз не умираю? Ну, перхапсу и правда надо отдохнуто перед рубрику. Ну, может сейчас полчасика еще поиграю. Я смотрю, Снапу понравилась игра вчерашняя. Ну я как бы AVDance уже явно затренил. Я все там затренил все, что можно просто. И просто мы как бы доходим и проверяем, в этот раз он проходится или нет. Я ошибок практически там не делаю. Ну, по-моему, минимальную, как бы. То есть от меня минимум зависит уже. То есть я уже его как бы его выучил. Давно причем. Грубо говоря, РНГ кубик падает и говорит, вот сейчас ты пройдешь EVDance, а другой раз нет, не в этот раз. И как бы
просто такой окей фейс и типа, ну, ок. О, а печеньки не убивают, что ли? Ну что, проверяем в этот раз. Что это вообще? Вы смотрите, видели, сколько там еще летело? Там еще куча летела впереди. Нет, Ренгокубик, я имею в виду в данном случае воображаемый. Ну я знаю, но в данном случае воображаемый. Ну там, да, там настоящий. Камелия и несбалансированный рандом. Прям две неразлучные вещи. А я думал только в третьей такое, если честно. Делаю не так, ну может, я же не отрицаю, может я что-то делаю не так, может игра на самом деле норма, а я просто косячу. Ну, блин, значит, ну надо смотреть, может реально что-то все-таки я недотренил. Ну просто я же по этой же самой тактике проходил, причем несколько раз прям подряд стабильно, вообще абсолютно. Что потом изменилось? Стоять в углу? Я уже забыл, как этих метроидов проходить, абсолютно. Секунды забыл, 27-21, да, по-моему?
Ну, возможно, что все-таки слишком торопился раньше. Сейчас вроде как-то чуть прям подольше постоял. А, ну, я видел, но там можно было, но это надо как-то вот... А, пипец самообладанием обладать, тавтология. Самообладание должно быть, чтобы размикрить на такой скорости. Я мог просто жать вперед. Да, тащу-то я тащу, но оно не тащится. Ну, мы сейчас скоро, наверное, будем заканчивать, потому что потом будет еще стрим вечером в 17:00 по новым айванам. Ну точно, точно нормально сейчас по времени было. У еще было, когда я только был на той платформе предпоследней, но их просто больше полетело. Ну серьезно, сейчас даже по музыке было, вот как я до этого, когда выжил. То есть еще, то есть раньше, чем вот до этого я делал, когда я 100 раз погиб. Ну блин, их там что-то все равно пипец много. Привет, Фаспапе. С Новым годом. Тебя еще не поздравлял. Чё, отлежался? Не, он же не пьет, он там другое пекло. Капец, как сейчас близко было. Другие фильмы, да. Ну, конец-то.
блин, ну... Так назад я боялся, что мне опять у стены зажмет эта горизонтальная хрень, ну... Я как бы специально пошел вперед, потому что я же запомню, что опять я буду у стены, и опять горизонталка прилетит, и я опять прыгну, короче, и она опять меня зажмет и убьет. Ну вот серьезно, и причем так возможно и было бы. То есть, если бы я пошел влево, да, я бы не умер бы об вертикалку, но скорее всего я умер бы об горизонтально. Может и нет, кто знает, но. Доходил много раз. Ну как много, ну уж раз 10, по-моему, доходил. Я почти сейчас выжил до того же момента, до какого я максимально доживал, то есть 21 секунда оставалось, а сейчас 22 оставалось, когда я умер. Ну вот почему сейчас опять стабильно стало получаться? Ну это необъяснимо. Не проходить, ну такое. Ну, когда со стороны смотришь, всегда легко говорить, что надо было делать. Особенно в прошедшем времени. Привет, Старос. Но меня это не будет в Катри убивать, да? Я в Катри не буду проходить. Гипотетически, да. Ну, значит будет убивать, да, и в К2. Ну, будет убивать, значит, я в К2, но я пройду, но я пройду. Thank you.
Я побоялся, что в тот промежуточек, если я прыгну, то они там еще не остановятся и зажмут. А надо было как раз, ну как бы, наперед же никогда не знаешь. Эндинг менеджер, или я неправильно прочитал. Ну, в общем, привет, добро пожаловать. Спасибо за подписку. Какой мне еще смайлик на СК2 ТВ добавить? Можно еще три. Я открыт для предложений. Я что-то забываю этим заняться как-то, да и идей пока хз. С моим лицом. Ну, блин. А, hello. I can little bit speak English, but not well. Пошло немного. Погнали. Я не надеялся, что я выживу. Ну надо всегда надеяться, что я выживу. Ну просто это, мне казалось, что там точно я не успеваю и на лаву падаю. Ну да, типа, ну по идее, да, типа, пока экран геймовера прям вот не увидел, надо всегда пытаться управлять, там, ну, типа, ну, выживать. Прям вот пока не увидел, что все, уже кровяк разлетелось. Как бы, по идее, да, золотое правило. Ну просто, ну как бы все равно, ну понимаете, это как-то уже для меня было очевидно, ну прям в лаву как-то падаю. А там платформа-то выше, чем, ну, чем в начале. И в итоге я...
конечно, победная была. Это была победная попытка. Вот в ней я бы прошел. Отвечаю вообще просто. В ней бы я точно прошел бы. А вот следующий уже не факт. Пека. Короночка, ну такое, знаешь. Тут нет короночки, к сожалению. Тут все против тебя. Не умер бы на лаве. С чего ты взял? Я первую лаву, между прочим, размикрил. Не знаю ни одну тайминга. Не взял. Пятьдесят секунд, поехали. Ну там просто летела вот эта вот говняшка, и как бы я не мог ничего сделать. Пойдем. Новичка, но все равно легче, чем Солгрин Боши, я думаю. Мне кажется, все равно проще, чем Солгрин Боши. Ну именно, конечно, с учетом, ну то есть как бы
То есть если не говорить, что типа, а вот если бы у Салгрина там были хорошие хитбоксы там и так далее. Нет, я имею в виду именно вот как есть. Ну, Гоги, я же в Камиле один убивал Салгрина. Ты забыл, что ли? Ох. 50 самых сложных секунд в моей жизни. Ну, шутка, конечно, но такие напряжные. Я думал, не заденет, если честно. Ну, он там просто с чекпоинтами. Он там просто с чекпоинтами, да, но в целом интересный все равно. Пятьдесят восемь секунд гексагона, почему 58-60 тогда? Ну. Не, ну, во-первых, я сказал, шутка, да? Но, во-вторых, как бы, ну, гексагон такой. Ты всегда начинаешь там оттуда, а тут как бы до туда пока дойдешь. Мне тут недавно чел писал, типа, он там гексагонер, да, и скидывал там видео свое одно, стопинг гексагона. Жесть там такая, наркомания, вот Гоги тоже видел. Это жесть просто, ну, то есть... Там неприятно тупо смотреть даже. Неприятно смотреть. Глаза ломает. Я уж молчу про то, как в это играть. Не знаю, зачем такое делать. То есть обычный гексагон, типа, норм еще. Если вы думаете, типа, как вот в супергексагоне, там, типа, глаза ломать. Нет, в супергексагоне вообще не ломают глаза по сравнению с тем, что там. Почему это 58 на самом деле? Там что, секунда не настоящая, что ли? Это баг, видимо. Ну, потому что, ну, это чушь какая-то. Ну, так назвали бы тогда это не секундами, а какими-то единицами просто. Ну, зачем-то секунда, ты понимаешь, секунда есть секунда, есть стандарт такой международный, секунда. Ну, точнее, там, по-моему, там... Да, кстати, по-моему, там именно секунда, по-моему, стандарт. Ну, вот, как бы... И нельзя его сделать другим каким-то личным целям. Ты можешь сделать там другие любые единицы, там... гексагунды там какие-нибудь, но не секунды.
Ну... Можно было среагировать, можно было. Вообще пространство было море, меня никто не убивал. Привет, Жестоп сервер. Да нет, уже не жопа. Уже надо проходить. Так, запомнили, 16 секунд. Семь, 1 уровня, да, прошу. Самых первых. И больше как-то нет желания. Все нормально по поводу Нового года. Я вот вчера прохалявил там, стримил какую-то фигню, и как бы зато нормально Новый год, в принципе, прошел, потом там смотрел кино. В уютной атмосфере домашней. Забыл про эту хрень. Еще раз точно будет лава.
Сложность? Тут нет сложности. Привет, дисконнект. Короче, еще один раз дохожу до этого выживания, и мы заканчиваем стрим, чтобы я потом рубрику провел в 17:00. А, какой босс? Четвертый босс. Босс четвертого уровня. Ой. Видели, как я его убил сейчас? Ну, 16, а потом там что-то меньше 10 было. Да, привет там, кто пришел. Вроде что-то несколько новых ников видел. Новых, в смысле. На сегодня новых. Да, а чё она не остановилась? Я думал, она остановится. 24... Не, 21 там. 27, 21, 16. Не, у тебя неправильные данные. 27, 21, 16, потом... Что-то типа 8, да, вот может быть это правильно. В смысле 16. Блин, как-то вот, если честно, не хочется заканчивать стрим, не убив его, потому что я явно могу же, да, уже могу точно убить его. Любая попытка может быть все финальный, последний, победный. Но, блин, как бы, можно перенести рубрику, как бы, да, в принципе, ну там попозже сделать. Ну потому что мне отдохнуть хотя, то есть поесть и плюс отдохнуть еще хотя бы полчасика, ну потому что, ну, блин, стримить весь день, как бы, тяжеловато, конечно. Тем более, я же, блин, не Херстоун тут стримлю. Утром рубрика? Не. Ну как-то... А, рубрика, короче, смотри, мы вообще каждую субботу в 17:00 у меня стрим, мы обозреваем новые вышедшие Айвана игры, которые вышли за эту неделю. Ну вот, как бы, и потом, ну, если их не очень много, то мы как бы голосуем, потом зрители голосуют, какую я игру играю до конца стрима, из тех именно, которые были
за эту рубрику. Вот. Ну, то есть, как бы, следим за тенденциями в айва-настроении. Всякими школьными поделками и прочим. Выжил. Я выжил. Ой. Да, он прошел тот сейв с баки. Блин, он застрял. Вообще не факт по поводу повспоминаний. Я вот, например, сегодня на первой же попытке дошел, почти прошел за этого Dance, по-моему. Ладно, давайте, наверное, сейчас перерывчик, да, часик, ну, до 17:00, и после этого рубрика, как обычно, в 17:00 по московскому времени будет, как обычно, будем обозревать. А на этом тогда стрим заканчивается, что там, давайте хоть пока посмотрим, что в этот час можно посмотреть на Твиче. Ничего нету. Вон, йо-йо-йо, Дюда можно посмотреть. Не, у него и так дохрена зрителей. Не, я имею в виду, кого захостить. Ты-ты-си Винус. Он опять, наверное, Гая на импосибе проходит. Ну, давайте, можно посмотреть, короче. Ладно, все, давайте, всем пока. На этом стрим закончен. Ну, Фабино, Фейбл. Я не хочу смотреть Фейбл, честно говоря. Так, как он там пишется? Все, всем пока, увидимся.